на СП5. Игроки, помогите. Или вот, вот этому ролику. Ебаш. А, похуй. Ну, сейчас речь не об этом. Мне нужно максимально огласку делу придать. Потому что, что то, случилось? Что произошло со мной, это пиздец. Так. Ну, вы сами можете посмотреть. Вот. Бам. 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 Так. На мистера пятерку подает. Потом он... Кража ресов. Потом у него обнесли склад. Бам. Бам. Украл ресы. Обворовал склад мистер пятерка. Теперь перейдем к виновникам всего, всей ситуации. Мистер пятерка не виноват. Все говорю, мы никак к ней не перейдем, блядь. Это вот первый человек. У него ник ZZZXLON. Mm-hmm. А на момент записи данного видеоролика этот человек, ну, Green самый Ashe. Такой лайтовый вор. Вот кто украл у меня ресурсы. Чисто он вор. Украл порядка 450 сгустков слизи. И на этом все. Мы с ним списались, он мне все вернул. Так что, ну, идем к следующему игроку. Следующий вор ходит под ником 1 нижнее подчеркивание Кеннис Про 1. Так. Данный овощ украл у меня. Блять, че он только не крал? Маяки, блять. Блять, стекла целую кучу, блять. Какие-то шокера, блять, тотем. Ну да хуя. Блять. Да. Это пиздец. Никнейм следующего игрока The Anly. Он спиздил у меня. Но это неинтересные никнеймы. Это неинтересные. Сейчас должна быть самая интересная личность. То ли больше, то ли меньше 500. Короче, около 500 драконьего дыхания. Спиздил у меня еще что-то. Да и сейчас вот вы сможете видеть результаты экспертизы Суави на своих экранах. Ну, это еще, блядь, цветочки, можно сказать, по сравнению с тем, что спиздили, как бы, главный виновник торжества и его самый ёбнутый, блядь, подсос. А вот я предполагаю, и главный вор в нашей, блядь, пятерке воров, это, блядь, мистер... Пятерка воров. Пятерка, блядь, у него никнейм. Пу! Говно! Вы можете знать его так. По стримам... Это не мистер пятерка, я могу объяснить, я могу его отмазать, как бы. Дело в том, что... Если бы это был мистер пятерка, он бы не позволил. Это Гримас Шейк. Это Гримас Шейк. Это он, типа... Его просто он во власти Гримас Шейка. Пятерки, блядь, только нет, вы долбоеба. Так, ладно. Мистер пятерка, блядь, у него никнейм. Фу! Говно! Вы можете знать его по стримам... Пятерки, блядь, только нет, вы долбоеба оригинального Фуга ТВ, блядь. Ага. Вот он там что-то с ним... Ну, оригинальный что-то... тоже долбоеб, он просто хотел это сказать, но я принимаю. Общался. И именно поэтому у меня есть предположение, что он до сих пор не за... 144 эндерпёрла. Банен. Но это всего лишь предположение пока, что теория такая. Ну, а на экранах можете, в принципе, в это время, пока я говорю, видеть то, что он спиздил у меня. Маяк. А подсосы его мы оставим, ну, можно сказать, на десерт. Карта. Вот карта, он будет карта, вот после карта, этого долбоёба. Забрал, добавил. И ник финального долбоёба, которого я оставил это на десерт. Это не важно, самое главное мистер пятёрка. Вот это Бармалей СГС. Охуенный ник. Ты еще и фури, блядь. Слушай, пойди ты нахуй. И еще и вор, блядь. Это, ну, это какашек. Пиздец, блядь. Ну, на экранах вы можете видеть, сколько ресурсов он мне напиздил. Я его на десерт поэтому и оставил, типа, блядь, на закуску. Потому... Ну вот интересно, в этих шалкерах что-то было? Что этот уёбок спиздил больше всего ресурсов. Это просто пиздец. Вы понимаете, что тут как бы не все пруфы в этом видео собраны? Потому что пруфы... Блять, охуеть. Чела обворовали? Это интересно? Типа, почти 4000 людей. Охуеть вообще. Только что их, блять, не вставить в одно видео. То есть, ну вы понимаете, не, что... Не, это типа реально респект, я не высмеиваю. Это, ну, блять, прикиньте... 4000 людей, блядь, я его в первый раз вижу. Ну, я вот эту слезинку помню, как бы. Но СП настолько крутой получается, что чела просто обворовали, блядь, там почти 4000 просмотров. Шло, я месяц не играл на СП. Так. Зашел через месяц, вот буквально вот, ну, как на момент ролика, 4-3 дня назад. Так. И тут происходит такой пиздец. Меня просто, ко мне вырвались люди, блядь, какие-то. Меня нахуй обокрали. Так. Этот еблан... Эту территорию он ее взял и зарегистрировал через Министерство юстиции. Хотя по факту через суд она принадлежит мне от города Рензер.
Вот, пожалуйста, можете посмотреть. Принадлежит теперь истцу по решению присяги. Просто принадлежит и все, да? Да. Окей, территория из дела переходит из... Ну, наверное, там какую-то книжечку там надо, чтобы они подписали. Да. Спорная территория, не вся территория там. Ну да, территория из дела, я написал. Вот он описывает территорию, которую он описывает, вот то, да, и переходит. А? Территорию, которую он занял, типа 200-250 блоков. Да, 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 территория из дела, я так и написал. Все, все. Переходит из ЦУ по книжечке. Так, все, это у нас было дело 1782. Как бы у меня есть видеопруф, у меня есть дело в самом суде, в, ну, на сайте, то, что там написано, что территория принадлежит мне, так. Да, и я просто впервые вот недавно узнал, что есть сайт SP-документы, где можно регать свою территорию, типа Министерства юстиции, сайт отдельный, ага. И там, в общем, этот долбоеб взял и зарегистрировал мою территорию, блядь. Что за хуйня ебаная? В итоге сейчас, из-за этого как раз вот дела в суд вот эти все. То, что меня нагло просто ворвались, меня обчистили нахуй. Ну, чё, ебанутый, что? У меня забрали, блядь, просто дохуя. Я удивлен, что мне ничего не разъебано. И, так, зачем им разъебывать, если, по их мнению, это теперь их территория, типа? Им нет смысла. Вот вы можете видеть вообще город. Город вот Old Mystical. Ага. И в нем живут все эти долбоебы. Город закрытый, я вот, ну, не заходил на эту ответку, но как бы, ну там, у портала прямо написано, что город закрыт. Но при этом в этом городе живут все те долбоебы, что меня обчистили. Мы будем добиваться сейчас через Верховный суд бана с моими адвокатами, потому что, насколько я помню, больше тысяч... Я меняю все души на мистера Пятерку. Забанить всех, но оставить мистера Пятерку. И украденных предметов. Это бан. Это вам. То есть как минимум двое отлетают. И мистер Пятерка со своими этими подсосами остальными, они получают либо штраф, либо также банятся. А насчет ресурсов я не знаю, что со мной будет. Самое обидное даже то, что не только меня обчистили. Я живу на этой территории не один. У меня есть подруга Рурей, у которой вот как раз таки тоже, блять, спиздили просто очень много вещей. Там в этих шелкерах, вот где-то было, кто-то спиздил какие-то бирюзовые шелкера. В них было дохера артов, которые стоят огромных денег. И мне, когда я вызывал SOI, чтобы чекать, кто мне что спиздил, когда я только зашел на сервер, мне ФБРовцы говорили, что вот арты, у вас тут их нет, но... Мистер Пятерка сегодня пытался на аукционе их продать. На бан, то есть, блядь. Вы понимаете, 9 часов назад там, на тот момент было, 9 часов назад он снял арт, и в этот же день пошел на аукцион продавать ворованные вещи. Вот пока я это говорил, вы видели сейчас, сколько на него заведено дел, старых, новых. Его не банят почему-то. Я не знаю, эти дела до сих пор открыты. Вот. Блядь! Интересно, почему, блядь? Дела им 2 месяца. И он они хай. Просто открыты. Люди открыто подают на бан. Ни один человек, ни два. То, что он меня ограбил, это тоже не первый раз такое происходит. Он уже грабил людей. На это тоже есть дело. Вот вы можете его видеть. Ну, блять, ему сходит с рук все. Это вот как Атрикс, который бесит весь сервер, но ну, он людей не заебывает. Он не ворует у них ресурсы. Вот этот, блядь, долбоёб, мистер Пятерка, ну это полный пиздец. Он мало того, что спиздил ресы, так еще и, я не знаю, скорее всего, это из-за того, что он, блядь, с Кириллом знаком, с Пятеркой нашим, блядь, стримером. И блядь, его у него просто защита. Не, но справедливости ради, я не давал никакую команду, то есть в суды, я даже не знаю, кто там, типа, судьи, кто вот этим управляет, кто писари. Это автономная как бы система, независящая от меня. Я им не говорил то, что ебать, не баньте мистера Пятерку, дефайте его. Но его разум захватил Кримашейк. Там это не мистер Пятерка, он бы не мог. Мистер Пятерка добрый, вы видели его по вебке? Его сплющило в первую встречу. Вот, это все Кримашейк. От сервера. Его никто не может забанить, хоть он весь сервер разъебет, блядь. Всем будет поебать, блядь. Так нет, его же банили на все лето почти. Банят. Не, или на 1.5 месяца лета, или на 2, насколько. А все потому, что он знаком со стримером.
При этом он говорит, что да, типа, я могу там вам что-то вернуть, но подождите до декабря. А я вам скажу, зачем он пытается тянуть время. Он не будет... Я вам сейчас расскажу, почему надо до декабря подождать. Ходить в суды, я вам это гарантирую. Он не будет проходить в суды. У него будут неявки. А знаете, для чего это надо? Это нужно для того, чтобы он успел все эти вещи продать просто-напросто. И затем, ну, чтобы ему выдали штраф, и он на эти ары просто откупился. Это, ну, схема, бизнес. В общем, проворачивает какие-то, я не знаю. Это пиздец. Нет, значит, должен быть больше штраф, чем бы он мог бы выручить с этого, реально. Какой-то. Также, блядь, можно увидеть то, что... Вот, есть диалог. Тут есть диалог, мы пытались мирно решить дело без суда, но вот ни он, ни его, как бы, блядь, подсосы, они на контакт не идут. Я ему позвонил, когда он, блядь, спиздил вещи 4 дня назад. Так. Я зашел, я ему позвонил. Так. И знаете, что он сделал? Он просто включил вебку. Так. И молчал. Ну... Потому и ты должен был сидеть и наслаждаться таким мистером Пятеркой. Он смешной. Он просто... Когда у него включена вебка, это охуенно. Все, ты получил. Просто включил вебку и молчал. Ну, блядь, люди серьезно хотят поговорить. Ты ворвался в чужой дом. Ты спиздил чужие вещи. Почему нет? Блядь, я уже не говорю даже о том, что там запрет. Ладно, я могу вам... Извините, наверное, не надо было здесь на паузу ставить. Стоит на складе. Ты ворвался в чужой дом, ты спиздил. Короче, я могу тут тоже оправдать Вистера Пятерку, что он включил вебку и молчал. Вы могли за последние полгода нашего с ним общения заметить то, что он, ну, все меньше и меньше умеет разговаривать. Раньше было хотя бы понятно, что он говорит. А сейчас он, наоборот, тебя спас. Он, наоборот, помог тебе, потому что если бы он начал говорить, ты бы ничего не понял. Чужие вещи, ты спиздил территорию, блять. Ну, ненадолго, конечно, мы все отсудим, но ты спиздил территорию. И вот такой хуйней заниматься, когда человек хочет с тобой серьезно поговорить, ну это пиздец. Также, ну, мы реально пытались, вот вы можете видеть скриншоты, как мы пытались договориться, блять, без суда. Но, видимо, придется банить все-таки этих уёбков, потому что... Не, ну, кстати, вот тут доёб нормальный. Я, кстати, проебал именно визуально. Но да, когда пытаются договориться без суда, и чел соскакивает, это, ну, блядь, это минус реп. Другого варианта я не вижу. Ну, они... как минимум просто потому, что суды идут по 2-4 часа, и если люди могут без суда договориться, то все заебумба, типа. Не идут на контакт. А зачем мне возвращать, вот пишет. Действительно, зачем возвращать то, что ты спиздил, тупое животное? Теперь обращаюсь к тем игрокам СП, и, ну, которые просто случайно наткнулись на это видео. Просто распространите, поддержите морально, потому что вот я не хочу, чтобы мое дело стало тем же самым делом, вот как и скидывал, которые висят по 2 нахуй месяца. Это пиздец. Мое дело, сука, будет разбираться в течение этого месяца, и может даже пару недель, потому что я... Этого не позволю, блядь. Я не позволю спиздить мою территорию. Хуй тебе! О, такой! На которой я живу больше года. Где я строю, блядь, больше года. И то, что вот, блядь, это... Я просто, блядь, у меня ресов даже не осталось. А также я, блядь, хочу обратиться к этим уебанам, если вы смотрите это видео. Смотрит, ебанный. Как минимум сейчас точно смотрит, он мне написал ВКонтакте. И что, ли? Забрали вы территорию, не забрали, блядь. Мне похуй, я буду там жить, я буду вас убивать, блядь, как только вы туда зайдете. Правильно. Это, блядь, официальное предупреждение. Правильно, но если это его территория по книжке, блядь, то все правильно. Нахуй. Так что все, блядь, игроки СП неравнодушные, распространите, пожалуйста, этот ролик. И чтобы все видели, что за пиздец творится на СПШ, есть такой город воров, блядь, просто нахуй. Город воров. Они, по сути, это не город воров, они... Не, или это город... Ну, блядь, что меня рофлит, блядь, с чего шутка? Того, что они не только воруют, они украли этот город и живут в нем, и в нем воруют, блядь. Спасибо за просмотр, всем пока. Блядь. Гениальная история, очередная, топовая. Значит, я хотел добиться правды в этой ситуации и написал мистеру Пятерке, чтобы он пошел в ДИС и оправдался, или хотя бы что-то пробубнел, и нормально, чтобы было. Значит, что он говорит мне? Здравствуй!
Блять, я не умею, блять. Кто его умеет хорошо пародировать? Здравствуйте. Не могу, сэр, у меня бабо компьютер забрала навсегда. А, собственно, я предполагаю, что можно ничего и не делать. Он уже забанен, считайте, потому что у него бабо. И я подумал, что это ошибка, но он потом в другом сообщении тоже назвал ее бабо. У него бабо забрала компьютер навсегда. Я говорю, а телефон? Он говорит, микрофон кака, если только завтра. Могу все рассказать, Gucci Gang. Я говорю, где можешь рассказать, да, если он не может, как бы, ни по звонку ВКонтакте, ни в Дискорде. На что он мне ответил? В интернете. Вот, в принципе, ответ убил, по факту. Вот, я у него спросил, может ли он голосовуху записать, да, чтобы хотя бы его прекрасный, как бы, голос услышать, как он все объясняет. А он сказал, не, бабо спит. И потом по-английски, sleepy time. И смайлик спящий. Вот, поэтому я думаю, что на этом, как бы, все, мои полномочия, они окончены.